Всем огромный привет! Каждый четверг на моем канале выходят видео с рецептами правильного питания. И видео я снимаю не одна, а совместно с каналами Анна Флорида и каналом София Белавина. Они тоже готовят для вас полезные рецепты. Все ссылочки вы сможете найти внизу под видео. Не пропустите! Сегодня готовлю сок. Это домашний сок из одного апельсина и половинки лимона. Получается 1,5 литра. Сок очень вкусный, витаминный. Рекомендую. Для начала приготовим сироп. У меня здесь 1,5 литра воды. Вот она доходит до кипения. Теперь я сюда отправляю 150 граммов сахара. Сахар растворяется. Опять же довожу до кипения и оставляю остывать примерно до 30 градусов. Сиропчик. Пока у меня сироп остывает, я займусь фруктами. Я их заморозила, чтобы ушла горечь вместе со шкуркой. Теперь я их уже разморозила. Отправляю в чашу блендера сюда. И при помощи блендера буду измельчать. Вы можете воспользоваться мясорубкой. Сироп у меня остыл. Теперь я перекладываю сюда взбитые фрукты. Вот такая масса получается. Накрываю крышкой и оставляю так на 5 часов, чтобы у меня сироп настоялся. Прошло 5 часов, сироп настоялся, теперь это уже сок. Нужно его теперь процедить, охладить, хотя бы минут на 30 поставить в холодильник, и все, сок можно пить. Легко и просто, как видите, сложного ничего нету. Забыла сказать, еще нужно удалить обязательно косточки, иначе сок будет горчить. Желаю вам будьте здоровы, всего самого хорошего, подписывайтесь на мой канал, встретимся в следующем видео. Пока!